Настроение хорошее, всегда радует, когда соревнования, которые проходят в России, ну, независимо от какого это уровня. Там я раньше выступал и на юниорских, и в Новосибирске постоянно ездили на соревнования и так далее. Что на юниорских соревнованиях, просто, ну, приезжали. Также Кубок мира, что в Ханты-Мансийске был, что здесь. Чувствуется уже атмосфера. По приезду в аэропорту встречали там и болельщики, и просто делегации. Как-то уже становится просто уже, можно сказать, так психологически легче, что такое настроение вокруг такое, ну, ощущаешь, как будто какое-то веселье, ну, не знаю, какой-то большой спортивный праздник. Долетели хорошо, в чартере особо весело не было, как я видел, все, кто читал, кто спал в основном, потому что рано оттуда уезжали, в 5 утра с гостиниц, все были сонные. Кормили, да, вкусно, неплохо, была там рыба, был омлет, ну, как типа завтрака. Ну, в общем, все довольны. В столовой здесь тоже вчера смеялись на ужине, европейцы, когда приходят там... Все удивляются еде, кто-то уже знает, что такое пельмени, даже на русском это говорят, ну, такие радуются. Все, ну, как здорово очень, все довольны, всех хорошее настроение. Да, очень сильно устал, сезон был очень тяжелый, в плане даже подготовки, когда на сборах мы очень много работы выполняли. И очень тяжело было, потому что еще и психологически, морально, как бы, то, что олимпийский сезон, да и вообще весь цикл четырехгодичный, как бы, выполняли, можно сказать, такой план подготовки именно к Олимпийским играм. И тяжело очень дается последние, ну, вот после Олимпиады, даже уже на Олимпиаде под конец было очень тяжело, ну, именно в плане хода бежать. А сейчас уже, что есть силы, собираем и боремся до конца. Ну, конечно же, как можно лучше выступить, больше очков принести в национальный зачет команды. Вот, побиться за высокие места, да и просто ощутить атмосферу. Я здесь впервые зимой. Хотелось бы пробежать, посмотреть вообще, как это, что здесь, как болельщики поддерживают. Потому что нас постоянно российские болельщики поддерживают, независимо, где этапы проходят, всегда кричат, даже по именам. У нас еще чемпионат Казахстана будет в Щучинске проходить. Отбежать там 3 гонки, потом вернуться домой, недельку отдохнуть, побыть с родственниками, с родными. Потом уже можно, ну, как бы так не задумывался, ну, хотелось бы куда-нибудь съездить, взять, допустим, тех же шведов. Большинство приехали, некоторые личности не приехали, которые, ну, что-то, как говорят, боятся там приезжать сюда, независимо там от того, что может его тут как-то плохо встретят, а говорят того, что, ну, не ручаются за то, что там могут быть чистые пробы там и так далее, ну, при сдаче, что могут там что-то подсыпать, подмешать. Я не знаю, о чем они думают, но нам всегда, я всегда, наоборот, был рад и, как бы, поскорее жду, когда приехать там в Россию на соревнования, потому что это огромный праздник. Атмосфера, ну, как бы, отличается намного от европейской, просто от людей, потому что здесь, ну, как бы, всем известно, что русские, славянские болельщики, там все они в любом виде спорта, как бы, болеют так, что, ну, у всех, так можно сказать, дух захватывает.